можно сказать, сколько продлится нормальная учеба в классе, в школе? Какие есть варианты? Месяц. Месяц, говорят, кто скажет больше? День и месяц. Друзья, искренне желаю, чтобы нормальная учеба продлилась как можно дольше, чтобы мы вернулись к нормальной жизни. Хотим поздравить учеников и родителей с новым учебным годом. Хороших оценок вам, прекрасных. Ну, оценки должны быть прекрасные, как иначе. Да. Но самое главное, хороших друзей и одноклассников. И уметь списывать.